Как это называется блюдо? Курламе. Курламе. Это чисто традиционно ногайское, да? Да, да, да. Ногайское блюдо курламе. Вот основной, там основной через улицу вот это, на французское основной, национальное блюдо жожоба тоже готовят. Жожоба, брат, кстати, тоже надо Амар, я думаю, мясо я не буду, я вот это, наверное, поем. Самое деликатное. Сейчас. Вот же она. Ну все, фольгу верните, пожалуйста. Матушка еще хотела что-то там заварганить в фольге. Аромат останется там по-любому. Вот она, курламе. Вот она. Там, брат, знаешь что? Сейчас на десерт после нее хорошее блюдо. Хриздым ба. Хриздым ба. Сейчас на очереди я после барана. Давай теперь хаджика, короче. Барана вытащить, другого. Я вот это с собой заберу, да? Это же деликатес. Давай, давай. С мороженым разбавишь?